Оживленное волнение царило в минувшие выходные сразу в нескольких зданиях Казанского федерального. Волнение не случайно, ведь каждый из школьников принимал участие во Всероссийской научной конференции Лобачевского, где им предстояло выступить перед представителями Казанского федерального и поддержать активные дискуссии. И если обычно на данной конференции принимали участие школьники с 8 по 11 классы, то в этом году свои знания не побоялись показать юные гении 4 и 5 классов. Для нас такое количество участников, а всего приехало 183 участника из 9 регионов Российской Федерации, для нас, конечно, непривычно, необычно, но очень радостно, что такой отклик нашел Казанский федеральный университет в сердцах маленьких ребят. Участники, работы которых будут признаны лучшими, награждаются дипломами 1, 2, 3 степеней, поощрительными дипломами и памятными подарками. Тезисы лучших работ учащихся будут опубликованы в сборнике тезисов конференции. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.